Много объехал чужих городов и страдал так жестоко. Все же при том я скажу, что спросила и хочешь узнать ты. Есть такая страна посреди винно-цветного моря. Крит прекрасный, богатый, волнами отовсюду омытый. В нем городов 90, а людям там нету и счета. Так когда-то сказал о Крите Гомер. Для греков Крит всегда оставался местом, окутанным преданиями, повествовавшими о некогда происходивших здесь удивительных событиях. Согласно мифам, на Крите, в пещере на горе Дикти, был укрыт младенец Зевс, которого его мать Рея спрятала от жестокого отца Крона. Впоследствии Зевс, став владыкой олимпийских богов, привез именно на Крит дочь финикийского царя Агенора, Европу, которую похитил, обернувшись быком. Много еще чего удивительного можно рассказать про этот греческий остров. История острова Крит условно делится на несколько эпох. Высочайший расцвет цивилизации на острове пришелся на эпоху бронзы, когда в 2900 году до нашей эры здесь возникла минойская культура, приблизительно в 1470 году до нашей эры сменившаяся минойской микенской культурой. Начиная с конца 13 века до нашей эры наступил крах микенской цивилизации. С 9 до середины 8 века до нашей эры длилась эпоха темных веков, переходный период, когда на острове появились племена дарийцев и постепенно развилась своеобразная культура, процветавшая во второй половине 8-го, конце 7-го веков до нашей эры. Период быстрого развития сменился резким культурным и экономическим упадком Крита в 6 веке до нашей эры. Это послужило причиной неизбежного устранения острова из числа политически активных центров классической и эллинистической эпох. Это длилось с 5 по 2 век до нашей эры. В 69 году до нашей эры Крит был захвачен Римом. После разделения Римской империи на Западную и Восточную в 395 году Крит оставался в составе восточной ее части – Византии – до 1204 года, с перерывом в 136 лет с 824 по 960 годы, когда остров был захвачен арабами. Во время Четвертого крестового похода Крит попал под власть Венеции. От этого периода на острове осталось немало интересного. В то время Крит был по-прежнему населен преимущественно православными греками. Кроме них на острове присутствовали небольшие общины евреев, армян и после 1204 года католиков, в основном итальянцев и греков-униатов. Венецианцы полностью отстранили пассивное и инертное греческое население от участия в политической жизни страны. Тем не менее, их политика планомерного вытеснения православных канонов католическими и полное упразднение местного православного духовенства раздражало местное население. Доходило до того, что местные греки открыто сотрудничали с турками, которые предоставляли большую автономию православной церкви на землях, отнятых у Византийской империи. В 1669 году Крит достался Оттаманской империи, которая владела островом с небольшими перерывами до начала 20 века. 9 декабря 1898 года было образовано автономное Критское государство под протекторатом Турции. После Балканских войн 1912-13 годов Крит вошел в состав Греции. Цивилизация Крита имела ряд особенностей, отличающих ее от иных. Прежде всего, это была морская цивилизация. Уже само по себе возникновение на острове высокоразвитой самостоятельной культуры является удивительным с исторической точки зрения, поскольку все иные цивилизации были материковыми. В этом случае море не стало непреодолимой преградой, а наоборот, связующим мостом. К особенностям крито-минойской культуры следует отнести то, что центрами ее развития были дворцы, многоэтажные сооружения со множеством помещений. Они не имели крепостных стен. Их функцию выполняли море и флот. Остров Крит состоит из четырех областей – Номов, Ираклион, Ханья, Ласити и Ритимна. Лишь Ритимна я посетил проездом, увидел здешние красоты буквально из окон автобуса. Столица Крита – 300-тысячный Ираклион. Этому городу будет посвящена отдельная передача. Очень уж интересна его история и красивая природа и архитектура. Второй по численности населения город острова – Ханья. Это бывшая столица Крита, где теперь население около 150 тысяч человек, но все еще остаются столичные манеры и замашки. Население остальных городков очень даже скромное, и это после того, как в античный период Крит, Кипр и Сицилия были самыми густонаселенными регионами мира на этом треугольнике между Европой, Азией и Африкой.
Передвигаться по Криту удобнее всего либо на автобусах, это быстро и недорого, либо на автомобиле, взятом на прокат. Добраться даже до самых отдаленных от Ираклиона мест на Крите можно за 2-3 часа. При этом сам Ираклион располагается практически в центре острова. Итак, едем в Ла-Сити, восточную область Крита. Просторные пляжи и плодородные равнины, ее отличительные особенности. Центральным городом области является Агиос Николаос. Это место представляет собой удивительно живописный пейзаж. Поездка сюда произвела на меня неизгладимое впечатление. Согласно мифам, на здешнем озере в Ульягмени совершила омовение сама богиня Афина. Но озеро я увижу в самом конце своей поездки, а пока наслаждаюсь красотой пляжей, порта и соседних островов. Город получил название от небольшой византийской церкви Святого Николая, находящейся на северной окраине порта, на полуострове. Агиос Николаос – это один из самых красивых прибрежных городков Крита. Город расположен в северо-западной части залива Мирабелла. Это самый модный курорт на острове, который иногда называют критским Сент-Тропе. Местные пляжи располагают всем необходимым для активного водного отдыха. А в небольшом живописном порту туристов ожидают прогулочные кораблики и яхты. Один из таких корабликов имеет прозрачное дно, для того чтобы туристы смогли насладиться удивительным местным подводным миром. Мне кажется, что на набережной Агиоса Николаоса, а некоторые называют это место Аесом Николаоса, можно провести не один час, просто прогуливаясь здесь и рассматривая все вокруг. А теперь Ханья, самая западная часть острова Крит, с крупными горными массивами, белыми горами. Посреди белых гор пролегает ущелье Самарья длиной 18 километров, одно из самых красивых ущелий Европы, имеющее статус национального парка. Но все-таки самое интересное здесь – это сам город. Здесь сохранились удивительные красоты квартала со старинными домами. Странная смесь Турции и Венеции. Это очень интересно. Еще большее впечатление производит порт и набережная вокруг него. Были бы эти домики повыше, могло бы показаться, что ты гуляешь по Венеции. Как я заметил, россияне предпочитают размещаться на отдых в восточном направлении от Ираклиона, в одном из многочисленных отелей, расположенных на побережье. Здесь для нас и магазинов по продаже шопа-михопа настроено огромное множество. Есть в этом направлении на восток и небольшие населенные пункты с отелем и пляжами, а также просто отдельно стоящие отельные комплексы. Направляясь же в западном направлении, в Ханью, можно заметить, что эти места больше облюбовали туристы из Америки и Западной Европы. Мало встречается вывесок и надписи по-русски, редко звучит русская речь. Туристы, как правило, предпочитают проводить большую часть времени вне столицы острова, посещая его лишь ненадолго – на экскурсии, шопинг или как удобный транспортный узел. Замечательное это место – остров Крит. Крит – один из красивейших островов региона, центр формирования загадочной минойской цивилизации. Он по праву считается одним из самых интересных туристических объектов страны. Гористый и жаркий, лежащий на стыке трех морей, он обладает практически всем набором туристических достопримечательностей, начиная с уникальных археологических участков и живописных старых городов и заканчивая многочисленными пляжами, ущельями и горными районами.